пояс, экипированный полицейской скоброй под Форд 17, производится в Украине. В качестве основных материалов используются полиэстер, нейлон и эва. Данный элемент снаряжения адаптирован специально для сотрудников органов правопорядка. Комплектация ремня включает в себя тактический ремень на фастексе, внутренний ремень на липучке, крепежи для соединения двух ремней, кобура Форд ПМ открытая, страховочный шнур, чехол под магазин, чехол для наручников, чехол для газового баллончика, чехол для рации, чехол для фонарика и чехол для дубинки. Полиэстеровое волокно черного цвета не теряет окраску даже при длительной эксплуатации. Ремень легко регулируется по талии в пределах 110-140 см. Для большего удобства он снабжен фастексом, упрощающим процесс расстегивания и застегивания. Кобура для пистолета Форд 17 ориентирована под ношение с правой стороны. Фиксация оружия в кобуре осуществляется при помощи кордурового хлястика с кнопкой. Дополнительно страхуется эластичным тренчиком. Также на пояс при помощи карабинов можно прикрепить дополнительное снаряжение. С изнаночной стороны на ремень нанесено специальное покрытие, предотвращающее проскальзывание. Из этилен-винил-ацетатной пены выполнены некоторые элементы подсумков.